Хорошо, встали в стоечку. Заправились. У тебя в партере должно быть несколько ситуаций, где ты знаешь, что тебе могут сделать, и что ты можешь сделать. Может, ты не выиграешь, но ты оттуда не проиграешь. Вот это вот движение. И нужно эту ситуацию всегда повторять. Попал в партер, ее повторять. К ней надо приходить. Я могу, конечно, проиграть. Там уже все просто, и не дышу. Нет. Так. Сколько у меня? 6-6. 6-30. Хорошо. Значит так, по два броска делают. Два броска через бедро. Два вправо, два влево. Потом ты два вправо, можно влево. 4 влево. Нет. А, туда? Да. Можно. В какую сторону? Сюда. Да. Угу. Так, стоп, а зачем через бедро? Правильно поступал. Георгий, через спину с колен. 4 броска в левую сторону. Пожалуйста. На 6. Раз. Прямые руки. Вот тут. Не такие руки, вот такие ставь. А то улетит. Пошел. Вставай. 2. Включу и все.